Всем привет! С вами я, Виолетта, и в этом видео я хочу сделать обзор на раскраску Алены Лазаревой Enchanted Forest. Это раскраска в линейном варианте. Здесь 25 картинок, плюс в начале 4 цветных изображения для вдохновения, ну или же для повтора в случае, если вы, допустим, любите повторять работы художников. Плотность бумаги в этой раскраске 200 грамм на метр квадратный, то есть это очень плотная бумага. И, как вы видите, прошивочка здесь на спирали. Я еще не смотрела свою раскраску вживую, не листала эти картинки. Все при вас. Смотрю. Решила снять обзор, так скажем, на эмоциях. Я очень редко так делаю, но тут вот мне захотелось полистать с вами вместе, посмотреть. Я выбрала эту раскраску, потому что здесь много, в общем-то, сказочных существ, в том числе русалок, которых я просто обожаю. Вот эта картинка мне очень нравится, она прям красивейшая. Вот, но я, допустим, не очень люблю раскрашивать феи, хотя знаю, что много человек прям являются фанатами фей. Вот, но я фанатка русалок, это прям мое любимое. В этой раскраске мне безумно нравится то, что есть такая рамка, которая ограничивает иллюстрацию. На мой взгляд, так и фон будет раскрашивать проще, ну и в принципе картинки выглядят намного как законченнее, эффектнее, когда есть рамочка. Вот эта иллюстрация тоже очень красивая, такая романтичная. Еще одна русалочка. Тут тоже под зонтиком. Вот, но из-за таких вот изображений с русалками я, конечно, просто влюбилась в эту раскраску. Вживую картинки выглядят еще лучше, чем в Инстаграме. Вот эта иллюстрация с фламинго мне очень нравится. Здесь не просто вот большая рамочка есть, а прям такое изображение в центре, оно мне очень нравится. Такая небольшая, довольно простая иллюстрация. Грибочки в виде домиков с такие же, как в раскрашенном, в общем, картинке. Кстати, очень редко вижу единорогов с крыльями именно как у фей. То есть обычно единорогам рисуют крылья как пегас, поэтому здесь... Ну, такие крылья мне вот, например, проще раскрашивать, чем как у Пегаса. Такая интересная иллюстрация. Вообще, по ощущению, картинок прям много. Особенно вот с русалками, не знаю, мне кажется, тут четверть, наверное, работ с этими созданиями. Девушки очень красивые. И вот эта иллюстрация тоже, она просто шикарная, по-моему, с обложки как раз. Вот. Вообще, на самом деле, для меня это удивительно, что кто-то может раскрасить такую картинку, раскраску, да, вот, вот таким образом, чтобы она получилась, но настолько живой и эффектной. Это прям круто. Так, все, это последняя иллюстрация. Бумага настолько плотная, что... Я подумала, здесь несколько картинок еще осталось. Вот, и в конце у нас такой картонный планшетик, можно сказать. Вот, раскрасочка очень-очень классная. Если вы любите мифических существ, я думаю, для вас это must-have. По крайней мере, я безумно довольна своей покупкой. Огромное-огромное спасибо Алене за... такую возможность, за появление данной раскраски в моей коллекции. Вот, пишите, как вам, свое мнение оставляйте внизу в комментариях, буду очень рада почитать комментарии. Ну, это было все, всем огромное спасибо за просмотр, с вами была Виолетта, всех люблю, целую, обнимаю, пока-пока.